Президент Казахстана наградил известных зарубежных ученых и переводчиков орденом Достоевского второй степени. Об этом говорится на сайте Акорды. За заслуги в пропаганде наследия Абая высокой награды удостоены 11 человек. Среди тех, чей труд отмечен, представители мировых вузов и академий, литераторы, переводчики из Германии, Китая, России и других стран. Среди награжденных орденом Дружбы писатель из Турции, который перевел «Путь Абая» на турецкий язык. Зафер Кибар. Я благодарен Абаю. Какое духовное наследие он нам оставил. То, что он говорил больше века назад, актуально и сейчас. Мы должны прислушиваться к его словам.